Здравствуйте! Сегодня на обзоре защищенный смартфон iMAN Victor. Сразу отмечу, что это самый стильный и сбалансированный защищенный смартфон, который мне приходилось держать в руках. В смартфоне iMAN Victor вы не найдете дешевых пластиковых или резиновых деталей. Заглушки на выходах наушников и USB-порте также отсутствуют. Защита от гидроатаки здесь решена при помощи более совершенной технологии вакуумного монтажа входных портов. Каркас смартфона исполнен из сплава алюминия, который отличается умеренным весом в 228 грамм, устойчивостью к коррозии, большим коэффициентом прочности при ударе. Корпус защищен от попадания внутрь пыли и воды при погружении до 30 минут на глубину до 1 метра, что соответствует стандарту IP67. iMAN Victor получил весьма добротный экран Sharp диагональю 5 дюймов с Full HD разрешением, который защищен прочным стеклом Gorilla Glass 3-го поколения. В итоге мы имеем качественную цветопередачу, близкие к идеальным углы обзора, хороший запас яркости и отличную отзывчивость. На правой боковой грани находится кнопка питания и регулятор громкости. Место на верхнем ребре занимает аудиоджек 3,5 мм. На нижнем разъем microUSB. В нем реализована поддержка OTG, что делает возможным подключение внешней USB периферии. На левом боковом ребре располагаются две кнопки SOS и Push to Talk. Первая может использоваться для быстрого набора заранее установленного номера или для отправки подготовленного текста SMS сообщения. При этом случайные нажатия исключены, поскольку для активации функции SOS клавишу нужно удерживать определенное время. Кнопка Push to Talk запускает рацию. Находясь в единой беспроводной сети, можно разговаривать с коллегами, друзьями и близкими, используя приложение Zelle. В аппарате есть два слота по сим-карты и один формата микросим. Для доступа к слотам необходимо открутить два болта тыльной панели и снять защитную крышку. Сзади установлена двойная вспышка, 13-мегапиксельная основная камера Sony IMX214, сканер отпечатков пальцев с рабочей площадью в 360 градусов и скоростью разблокировки 0,2 секунды. iMAN Victor вооружен закрытым емким аккумулятором на 4800 мАч, который позволяет работать смартфону до 15 суток в режиме ожидания и до 11-15 часов в режиме непрерывного разговора в сетях 3G. Кроме шикарного внешнего вида и большого функционала боковых клавиш управления, iMAN Victor обладает довольно солидной внутренней начинкой. Аппаратной основой служит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10 с графикой AMOLED T860. Объем оперативной памяти равен 3 гигабайтам. Производительности хватает на все. На быстродействие устройства не будут жаловаться даже любители нагрузить аппарат серьезными играми. Сохранять свои данные можно на 32 гигабайтах встроенных памяти, а также на карте microSD такого же объема. В роли операционной системы выступает Android 6.0. За обмен геоданными отвечает GPS-модуль, который без проблем видит около 6-8 спутников. В комплект поставки входит подходящая по статусу смартфона дорогая коробка с секретным отделением для адаптера и проводов зарядки, наушников и небольшого мультитула отвертки для замены сим-карт. Паспорт и запасная защитная пленка прилагается. В итоге мы получаем смартфон с крайне солидным и даже дерзким внешним видом, который в любой ситуации четко подчеркнет ваш стиль и характер. Но при всем при этом, если вы его уроните, например, в глубокую лужу, снег или песок, или вообще решите поиграть им в футбол, то не произойдет абсолютно ничего. Кто хочет знать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!